Друзья, всем привет! Мы сегодня, у нас, значит, 3 января, и мы Машу отвозим в Москву. Смотрите, это лед. Ай, ой, нет, я не могу так ходить. Вы издеваетесь? Что это? Вот пусть след. Это знаешь кто? Видишь? Это знаешь? Собака генерала. Нет. А кто? Это медведь. Волк? Медведь так не ходит. Смотри, какая лапища. Вот, видишь? Ну это волки могут быть. Вот, видишь, какая лапища? Это две лапы друг за другом стоят. Подожди, а если вот так сделать, смотри. Помнишь, как... Нет, смотри. Да сюда смотри. Помнишь, как... Кто прошелся? Помнишь, как определяет собака или волк? Надо линию провести вот так вот. Ага. Вот видишь, если когти этот, то это собака. Если когти на одной линии, это кто? Волк. А это к чистой дыре. А это пьяный кто-то. Так, ну а руку мне теперь никто не даст? Вы хотите, чтобы я тут это? Не? А, мамочки. Устроили каток тут. Так, ну в общем, мы Машу везем в Москву. И обратно приезжаем. Кошка здесь пока. Все здесь. А USB здесь? Рич тоже там. Будет нас ждать. Ничего не выключаем. Спецоперация проводится на дорогах, чтобы не нарушать. Да, конечно. Ну, сейчас поставили, да, что ж, ну, да. А что тут так светло, слушай? Фонари. Белая ночь, как это в Петербурге. Так, Маша с собой дали икру. Еще сегодня можно доесть оливье, который был не заправлен. Вот. Рыбку красную, которую мы еще не открывали, она хорошая. И вот, в общем, ей передаем домой тоже, что покушать. Ну, а потом закажет себе, если что. Так, заехали на мусорку выкинуть эти коробки. Дети бегают тут. Это, значит, наш охранник, который сидит здесь, он уезжает на родину, мне так кажется, зимой. И приезжают его дети или кто сидят здесь, да, месяц-два. Внуки его. Ну то-то внуки, а сидят, охраняют его дети, не внуки же. Вот поэтому... Так, а обычно здесь Алихан сидит, а так, видите, тут. Все, будешь все громады сливать. Конечно. Ты еще паспортные данные скажи его. Тут все время кто-то сидит, еще много. Паспортных данных я не знаю. Выкинули коробку, короче, от глобуса громадную. От мусора надо потихоньку избавляться, а то после этих подарков остается столько этой бумаги, картона всего. Друзья, мы отвезли Машу, попили чаек, и времени у нас уже 8 часов. Но мы дома побыли немножко. В общем, пока чай попили, туда-сюда разложились. И все, выехали обратно. Сейчас хотим заехать во Вкусно и точка. Потому что сегодня что мы кушали? Бутерброды с икрой и все. И готовить там уже сейчас приедем, не будем. Сейчас надо будет еще салаты какие-то повыкидывать. Ну, там в основном все доели, но есть еще... Так, и что? А, по дороге заехали в Перекресток, потому что мы заезжали уже, значит, на дачу в магазин вчера. Это было, получается, 2 число. Но там вообще то, что нам нужно, ничего нет. Шаром покати. То есть всю воду разобрали люди, все соки разобрали, все газировки разобрали. Привоза не было, хлеба нет вообще. Совсем. Ну, я не знаю, может, сегодня уже и привезли, но мы-то сегодня в Москве, поэтому уже заехали в Москве. В Перекресток, ну тут хлеб есть, тоже, конечно, кое-что так разобрано, но намного-намного лучше, чем ситуация у нас на даче. Купили газировки, воды, и, в общем, сейчас заедем в Вкусную точку и едем дальше. Посмотрите, какая у нас погода. На улице 2 градуса, даже 3,5, дождь идет, мерзко, пакостно. Грязюка, когда выходишь, но зато тепло. Там вообще прям катается. А, ну, да, это знаете что? Это лыжная гора, как, ну, специализированная, в общем.
кататься на лыжах, на сноубордах. Вот. Не знаю, катаются там или нет, погода так себе. Так не видно, что там происходит. В общем, друзья, видите, работают тут как-то медленно очень. Видимо, народу мало. Я имею в виду народу, кто заказывает, много. Народу, кто работает, мало. Потому что на кассе даже никого не было. Такое ощущение, что они отходят и готовят. Потом на кассу приходят, он заказ получает. Оставили меня там трех сотрудников с дежурных. Они да. бегают туда-сюда. Да, поэтому все это происходит довольно-таки медленно. Ну, полиция, кстати, кушала. Перед нами тоже была. Да, а перед полицией этот Путин приезжал, кушал. А перед Путиным Мишустин был. Да. Все туда. Все здесь. Не, ну реально очередь такая большая. За нами, видите, смотрите, сколько машин стоит. То есть как бы тут нету, чтобы никого не было. Так, ну такой большой пакетик нам дали. Да, я смотрю, там наша. Наша. Вон Данин двойной грант. Наш римпло, ролл. У Дани там такой кофе латте. Сейчас где-нибудь встанем, да? Да, чуть-чуть разобраться тут, а то как бы разобраться трудно. Это получилось на 1800 рублей, да? Вообще. А то вот видите, где мы здесь проезжаем. Все здесь есть. Спортмастер, азбука вкуса, кухня. Пожалуйста. Можайский двор. Чайник Александр на плите у нас. Да, будем чай пить. У нас время доходит до 6 часов. Ну, а у нас... так доходит. То есть никогда так не говоришь. Ну, так говоришь. Время доходит. Так, а у нас Слез доходит... А у нас доходит мясо до 5 числа. Вот, будем до 5. Он тоже доходит. А у нас сегодня... Ой. Сейчас я переключусь. Сейчас. Переключи мне дисплей, мне, пожалуйста. Зачем? В сторону сделай к чайнику. О, тут видно хорошо, что сегодня у нас 4 число. Зачем? Так сказал бы и все. Ну, а даже не заснял, значит, не было. Поэтому сейчас его вскрываем, этот кусок. Не кусок. Шашлык. В общем, сейчас его вскроем и пойдем жарить. На гриле. Будем грилить. Так что... Так, а что у нас сегодня еще будет на второй сегодня? Я картошку почищу. Пюре будешь делать? Я хочу пюре. Можно пюре? Потому что эти салаты уже надоели. Уже все надоело. Кстати, у нас столько осталось салатов, вы мне просто не представляете. Это просто много. Очень много. Вот и говорится, что потом... Тратишь свое время, тратишь свои деньги, тратишь все это дело, делаешь. А кому это нафиг надо? Вот, салат мимоза. Женя сделала. Ну ты сейчас не доставай, мы выкинем потом. Сейчас хочу показать, сколько тут осталось его. Вот. Съели сюда за 4 дня. Представляете, это все придется выкидывать. Вот этот салат нерка, что не доел? Салат нерка. Я его хотел съесть. Я съел его там 3-4 ложки, 400-600 рублей на выброс. Да, вот остался 2 штуки вот этого. Это сколько стоило, я не знаю. О, вон и колбаса, кстати. Вот она. Я искал этот ее. Вот. Так, ну еще там салат остался этот, который оливье. А крабовый не знаю, остался, нет? Крабовый я ел и смог доесть, и в конце концов я его выкинул. Потому что тоже мы с Машей ели, так, и, в общем, ели с трудом, и его, в общем, последние куски я уже его выкинул. Оливье Маше отдали, плюс он остался. Ну-ка, сколько здесь у нас оливье, вот. Ну ладно, тут мало осталось. Оливье вчера доедал, вот тоже. Тоже будем выкидывать, ладно, пока на место. Ну, еще есть студень.
Вон студень. Студень? Не знаю, зачем я его купил. До какого он числа-то? Ну, не знаю. Страниц. 2000 рублей он стоит. Ну-ка, Женя, глянь, сколько он страниц. После скрытия 48, а так... Нет, 12 часов он, да, а так срок он... Ну, пишут 48 часов, но я, мне кажется, он нормальный. Что с ним будет? Мы сделан за то 48 часов всего? Да не может он 48 хранить. Что, 2000 нужно выкинуть? Да он не может храниться 48 часов, двое суток. Хороший он, что он в холодильнике стоял. Короче... Даже когда дома делаешь. В общем, друзья, надо с этим заканчивать, со всеми этими делами. Это все не то. Так, ладно, все, пошел я жарить. Так, ну что? Вот мясо, которое я сейчас буду грилить. Гриль у меня раскаляется. Температура уже доходит до 200. Так, 205, то 206. Вот где-то посерединке, да? Где-то 230 градусов сейчас показано. Показывает. Я подожду сейчас до 260, чтобы там прокалилось все. И буду выкладывать. А сюда буду складывать то, что вот уже будет готово. На эту кастрюльку. Тут с лучом можно будет включить, чтобы... здесь же конфорка газовая. Включить, чтобы не остывала пища. Я думаю, он не успеет остыть, потому что все будет нормально. На улице не так холодно. Сегодня где-то минус один. Сегодня тихо, спокойно. Вчера дождь шел. Гляньте, как снег подтаял. Крыши все пустые, ну чистые в смысле. И снег, видите, как весь растаял с бочек. А ведь все было, шапка была на бочках, сантиметров на 30. Все растаяло. Так, ну что там у нас? 260. Да. Вот так вот тут все выглядит внутри. Отлично. Так, еще. Подождем чуть-чуть. Еще подожди минутки 2-3, чтобы прокалилось все уже точно. Я люблю, чтобы прям было прям уже вот. Тут у меня стоит снегоуборщик. Электрическую часть его я замотал вот так, чтобы, не дай бог, ни дождь, ни снег на него не падал. А там все закрыто пластиком, так что безопасно. Это у вас готово, шашлык мы покупали уже. Вот. Ну, сейчас я его выложу и будем так вот. Кстати, вот этот вот маленькие чипчики мне больше нравятся, чем те большие, которые я купил именно для гриля. Они слишком большоваты. А эти вот, еще не хотел брать их, Женя нашла их. Я говорю, да, чипки-то маленькие. А по факту оказалось, что они так-то поинтереснее получат даже, чем те. Так, ну что, друзья, пока я открывал, температура упала до 150 градусов. Но это ничего страшного, сейчас все будет топить. Нормально, потому что нагреется, нагонится. Вот так вот это все разложил. Вот. И все у тебя тут грилится, 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 грилится. Запах уже пошел нормальный. Отлично, отлично. Так, ну что, друзья. Я думаю, что заканчивается уже грилька моя. Сейчас я буду уже вынимать и нести. По-моему, уже все готово. Да? Как вам кажется? Запах, ребят, стоит. Обалденный. Обалденный. Ну, вот я так вот уже грилю где-то вот 205-206 градусов в этом диапазоне. У меня получается. Один кусочек уже съел. Попробовал. Такой маленький был. Нашел его. Все отлично. Очень вкусно. Так, все, сейчас буду вынимать.